Друзья, всем привет! Все вы знаете, что если смешать соду и суперклей, моментально происходит схватывание суперклея, и он превращается, можно сказать, в камень. И держит довольно прочно. Но уверен, что никто из вас не пробовал смешивать полисорб и суперклей. Так что, друзья, давайте сегодня проверим и посмотрим, что из этого выйдет. Склеивать мы сегодня с вами будем кусочек дюраль алюминия и вот такой вот металлический пруток. Вот так вот их соединим, прольем клеем, просыпем все полисорбом и затем уже испытаем на прочность получившегося соединения. Внешне он, конечно, чем-то похож на соду, но он более воздушный и, естественно, состав у него совершенно другой. Все, теперь подождем немного, буквально 5-10 минут, и попробуем испытать на прочность вот это вот соединение. Видите, да? Это ламинат. Ламинированная ЛДСП. Вот. Отверткой стучу. Таких ударов нету, таких повреждений, как после этого склеенного самодельного, так сказать, топорика. Вот просто алюминий и металлический пруток. Если бы я склеил таким образом железо и железо, многие бы могли подумать, что я просто взял где-то сварочкой, прихватил потихоря там за кадром и все это снаружи залил клеем. Тут вы можете видеть, что это алюминий стопроцентный, а это металл. Сейчас я даже магнит принесу и покажу вам. Естественно, сварить два вот этих металла не получится, их только можно склеить. Вот обычный магнит. Смотрите, здесь он держится, потому что это обычное железо. Вот. Но вообще не держится, то есть это обычный алюминий. Итак, есть у меня вот такие электронные весы. Включаем, выбираем килограммы. Просуну. Все по нулям, поехали. Я боюсь, что веревка оторвется. Нереально прочно. Вот максимальная нагрузка. В общем, друзья, при помощи вот этих весов я так и не смог ее сдернуть, потому что побоялся, что вот этот ремешок оторвется и я упаду. Сейчас давайте проведем еще один эксперимент. На струбцинах ее притянем к столу, а затем попробуем сюда подвесить какой-то груз. Так, сейчас просверлим отверстие. В качестве груза будем использовать полные бутылки с водой. Итак, берем весы, показывают по нулям. Опа. Смотрим. Блин, сейчас вот так вот. 5 килограмм, 100 грамм. Вот, 20 килограмм висит. Ну, попробуем еще одну одеть бутылочку. Друзья, я в шоке. 5 бутылок выдерживает это соединение. Даже нигде не отошло, не треснуло. Просто держится. Нашел такой крючок. Не помню, для чего его делал, но он пригодится. Чтобы можно было повесить еще 2 банки на него. Друзья, все висит. Еще раз показываю. Все четко. Нигде ничего до земли не достает. Я просто в шоке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь бутылок. Я уверен, что еще и восьмую он выдержит. Ну, сейчас давайте попробуем. Возьму молоток, сниму бутылки, уже молотком попробую сбить вот эту пластину. И на этом наш эксперимент сегодняшний будет закончен.
Сейчас попробуем постучать по ней молотком и сбить ее уже окончательно с места вот этого соединения. Просто удары молотка. Видите, бьют со всей силы, остаются вмятины, она никуда не слетает. Блин, я просто в шоке. Попробуем ее сейчас оторвать плоскогубцами. Видите, аж погнулась от ударов молотка. Смотрите, что творится. Фу, как же ее оторвать, ё-моё. Она крепче сварки, ребят. Держится так же, как сварка. Ну просто капец. Я в шоке. Даже не знаю, как ее оторвать. Но если, наверное, кувалдой ее только долбить. Просто жесть. Или вот здесь вот зубилом продалбливать этот шов. Решил еще попробовать намочить все это дело водой и посмотреть, может оно как бы размякнет и клей потеряет свои свойства. Все смачиваем обильно водой, хорошенечко. Еще раз показываю, все мокрое в воде. Поехали. Мне кажется, что если бы я ее заточил, ей можно было бы смело рубить дрова, и она бы не отвалилась. Вот кусок даже отлетает, видите, уже краска с этой пластины. Она загибается. Вот, видали? А сама не ломается. На сегодня будем заканчивать это видео, потому что эксперимент, можно сказать, прошел удачно. Я даже сам не ожидал. Ни плоскогубцы, ни молоток, ни тяжелый вес не берут соединение, которое я склеил при помощи полисорба и суперклея. Также, друзья, если вы хотите, чтобы я проверил на других материалах прочность склеивания данных двух компонентов, то пишите в комментариях. И обязательно напишите, какие два других материала вы хотели, чтобы я склеил в следующем видеоролике. Ну а на сегодня все. Понравилось видео, поставь лайк и подпишись на канал. Всем добра, удачи, успехов. Пока-пока.